чувствовать ритм, стрелять взглядом точно в цель, а еще получать удовольствие на площадке от того, что делаешь. Номера шоу-балета «Инфинити» настоящих мужчин равнодушными оставить не могут. Эти девчонки спортсменками себя вообще не считают. Работают как настоящие артистки. Девчонки, которые там танцуют, они молодцы, это бесспорно. Но когда они делают прыжок вот с таким лицом, не очень смотрятся. Они же артисты, они выходят в люди. На мой взгляд, нужно делать вот так. У нас больше как бы танцевальная направленность в этом плане. То есть не совсем то, что спортивно, вот этот черлидинг, а именно более танцевальный. Поэтому, возможно, нас больше выбирают на такие площадки, как хоккей, футбол и баскетбол. А еще черлидинг для них – это работа, которая приносит деньги. Infinity готовы поддерживать любых спортсменов, от боксеров до хоккеистов.